смотрю, ваша фабрика. Да. Да, когда у меня есть время. Объясню, почему. Моя команда удивляется, почему я вот с таким выражением лица смотрю. Потому что я все это помню, я это проходила. Это один из самых сказочных моментов в моей жизни. И мне так хотелось посмотреть, а как же ребята все это переживают. Конечно, они прекрасны. Прекрасные ребята. И Герман Седаков, Владимир Коробко, все те же люди. Я смотрела, как они изменились. Конечно, воды только украшают. И их талант, и внешность. Это все потрясающе. Ребята, фабриканты, если вы сейчас смотрите, живите каждую секунду и кайфуйте. Это ты произнесла, сидя в кресле звездного допроса, но мне кажется, что если мы тебя пригласим и в дом, чтобы пообщаться лично с участниками новой фабрики звезд, и выйти на сцену, скажи, пожалуйста, ты бы согласилась? Знаешь, Андрей, я очень хочу разгрести свой плотнейший график. Видимо, фабрика звезд хорошо сыграла в моей жизни, еще много не дала. На данный момент у меня расписано каждый день до конца весны. И то, что сегодня у меня получилось, несмотря на то, что я 20 весна, прийти поздравить с днем рождения, для меня кайф. Я очень хочу на фабрику звезд. Я надеюсь, что мы найдем возможность. Не денечек, мы не требуем у тебя весь день, всего лишь несколько часов. Подумай на эту тему. Ребята. Тем более. Да, подумай на эту тему, а мы пока посмотрим короткую рекламу на канале Муз-ТВ. Сегодня приходи и смотри в прямом эфире. День рождения Муз-ТВ. Вегаса. Джиган. Вера Брежнева. Эвин. МБ. Quest Pistols Show. Грандиозный Open Air. Дискотека Муз-ТВ. Будут все звезды. Сегодня. Вегас на Кашинском.